Вот, друзья, эти посылки с прошлого видео. С прошлого. Две в Нижний Новгород идут в разные адреса. Одна в Орехозуево, одна в Самару и одна в Набережные Челны. И шестая уже уехала. Человек мне днем написал до закрытия еще с ДЭКа. И я ее сразу и отправил. Вот, тоже забрал 12.24. Так, друзья, поехал, короче, отправлять посылки. Вот одна из них уже оформленная, запечатана, но я ее отменил сам. Эта посылка в Нижний Новгород должна идти. Все посылки отправились, все 5 остальных в коробках. Вот в СДЭКе брал коробка. Там фиксированный размер до 2 кг. Практически по одной цене, кроме Новосибирска. Вот там цена чуть дороже. А так у них вся стандартная цена. Но без упаковки, без ихней, цена в 2 раза дороже. Ты уже до дома доехал, оттуда возвращался, потом думаю, стоп. А что человек должен платить в 2 раза дороже, хотя идет вот одна посылка в Нижний Новгород и другая посылка в Нижний Новгород, да? В разные просто пункты. И думаю, а что человек должен платить дороже на 400 рублей, вот я сейчас покажу накладные по ценникам, когда можно кусок цепи убрать, ну не метр сделать, а там 90 сантиметров, ну по весу там сколько там надо, ну 15 сантиметров. Но если готов человек заплатить 15 сантиметров 400 рублей, то в принципе я мог бы этого и не делать. Но я думаю, все-таки удалю лишний вес, так чтобы она по весу проходила. Сейчас покажу, я весы принес, у жены отжал. А включить. Вот. Вес лишний здесь 17 грамм. Представляете, да? Ну, плюс они взвешивают еще вместе со своей коробкой. Коробка у них весит 150 грамм. Вот здесь сейчас надо убрать отсюда примерно, чтобы все прошло, где-то 180 грамм, мужики. Плюс-минус. Вот такие дела. 180 грамм, ну не знаю, сколько это будет. Сейчас мы это все дело проверим. Сколько сантиметров. И сдачу человеку верну. Рублей 200. Вот. Я думаю, будет приятно. Так, все. Запаковал. Отрезал лишний кусок цепи. Стала она, короче, на 20 сантиметров. Вот. И теперь она проходит по весу. То есть плюс их не еще 100, там 50 коробка, плюс они там еще напихивают, чтобы она там не болталась. Вот. Как раз до 2 кг вписывается. Вот. Из-за того, что здесь звезда на 28 зубов. Она тяжелая получается. Вот. Но это единичный случай, где пришлось вот отрезать. Остальное все прошло. Так, ну вот посылочка. И вот он вес. Все четко. Ну вот, друзья, посылочки ушли. Так вот завернул. С личными данными. А здесь вот что, запчасти. Показывать, я думаю, можно, да? Сколько стоит. Вот. Значит, это и это. Ушло сегодня. Орехово-Зуево, Набережные Челны, Нижний Новгород, Самара и в Куйбышев. Это Новосибирская область. Чуть раньше ушла посылка, днем. У всех она фиксирована, как эта цена, в коробке. То есть запечатанная их стандартная СДЭКовская коробка ЭСКО. Вот. 492 рубля. Ну, грубо говоря, 500 рублей. Вот. Что сюда, что сюда, что сюда, что сюда. Ну, возможно, Новосибирск чуть подороже, 612, на 100 рублей разница, грубо говоря.
Вот. И какая проблема была с этой посылочкой, друзья? Я думаю, вы поняли, да? Вот там эти 20 сантиметров цепи, и мне предложили отправить ее без коробки. Ну, я для сначала согласился, потом получилось то, что получилось. По итогу они выставили цену человеку вот такую. Это когда уже переделал вот это вот все, убрал 20 сантиметров цепи, по весу все сошлось. И ценник стал, чтобы были, да, вот также 492 рубля. Разница там в 396 рублей. Ну, грубо говоря, в 400 рублей разница. Плюс моя сдача 200 рублей человеку. 600 рублей. Но я думаю, ну никак не может стоить 20 сантиметров цепи 600 рублей. Поэтому принял такое решение. Человека, конечно, я не уведомил. Единственное, написал, что куда вернуть 200 рублей сдачу, так сказать. И помог сэкономить на пересылке. Дешевле на 400 рублей обошлось. Вот. То есть 600 рублей вот этот кусочек, ну никак не может стоить. Вот такие, мужики, дела. Все, это переделанная, она не нужна. А это вот сюда вот для отправки людям. Сейчас сделаю скриншоты с трек-номерами. Отправлю и пускай отслеживают на сайте или в приложении. Все очень удобно. Будет известно уже, когда пришла, когда забирать. Вот, как-то так. То есть... Раз, два, три, четыре, пять мест по одной цене. Ну, Новосибирск, это, не знаю, от Краснодарского края. Это, наверное, три локтя по карте. Где-то примерно там. Ну, там на 100 рублей дороже. Вот такие вот дела. Следующие комплекты, если буду делать, то уже с учетом вот этого веса, вот этих вот их перевешиваний, взвешиваний, упаковок, все-таки, ну, смысл переплачивать, когда вот две посылки идут в один и тот же город, да, грубо говоря. Ну, один человек получит за 500 рублей, другой за 900 рублей посылку, да, в одном и том же городе, но в разных пунктах. Ну, как бы, я считаю, это было бы, ну, совсем неправильно и несправедливо. Хотя, с моей стороны, мог бы не заморачиваться, вот. Как-то так, когда мосты отправляю, они вообще не габаритные, там нету упаковок. Они по факту там взвесили, там выставили там ценник, там 1500, там 1600, там 2000, вот за пересылку. Ну так и у них и веса там некоторые и по 70, и по 50, и по 60 килограмм весят, да, ну это про передний ведущий мост, там вообще был там 76 килограмм, один из самых тяжелых получался. Но в следующий раз уже буду комплекты делать немножко по-другому. Вот, у меня будет 26 зубов и 11 зубов. Я считаю, проверил уже, считаю, что это будет самый оптимальный вариант для миника, потому что 26 зубов никак не ниже, чем сам мост, сам редуктор. То есть вот край моста, да, я уже 100 раз показывал. 26-я звезда просто не выглядывает и не выпирает. Везде, где препятствие будет там, хоть вот так вот, хоть вплотную до моста, звезда на 26 зубов не зацепится за него. Вот, как-то так. Поэтому комплекты будут 26 и 11 зубьев. Но когда они будут, смотрите, следите за каналом, подписывайтесь, ставьте колокольчик, как говорится, чтобы получать уведомления самыми первыми. Вот, как-то так. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.